Друзья, всем привет! Всем здравствуйте! Мы с Матвеем приехали на базу. Какую базу приехали? GMP. У нас очень-очень хорошая новость. Вы же все знаете, что GMP, когда цветочек у них отцветает, они его уценяют. И уценяют у них 160 рублей становится цветочек. Смотрите, какой. 160 рублей. А в понедельник, с понедельника, с 9 ноября, будет акция. Все-все уценки, которые по 160 рублей, будут 50 рублей. Они все в хорошем качестве, состоянии. Мы сейчас вместе с вами пройдем, посмотрим. Вот, смотрите, сколько листьев. 2, 3, 4, 5, 6, 7 листочков. И все живик. Прям корневая поднимает стволик из горшка. Их здесь много. Сейчас вместе с вами пройдем, посмотрим. Значит, адрес базы GMP я оставлю под этим видео. С 9 ноября все будут по 50 рублей. А их достаточно много. Но если вот так вот сравнивать, знаете, в палете 10 штук. А, получается, на одной полке стоит 1, 2, 3, 4, 5. 50 штук на одной полке. Полок 1, 2, 3, 4, 5. 5 полок. Ровно 50. Почему 50? 100 штук получается на тролле. Одну? Да. Ой, подожди, вру. 10, 20, 30, 40, 50. 100. 200. 250, 250 штук. Не 100, а 250 штук стоит на тролле. А троллей очень много. 50. Большой выбор. Вон какой красавец. Не знаю, названия нет. Но вот так. Смотрите, какая корневая. В горшке нету, а из горшка прекрасно вылазят толстые корешочки. Ну-ка, вот этот красавец. Я сильно доставать не буду. А то жалко цветочки. На горшочках на многих написано название. Жалко, что сейчас осень. Можно было бы отправить почтой. Ну, уже не осень, уже ближе к зиме. Отправить почтой. 50 рублей цветочек. Но, допустим, если у вас есть знакомые, да, или родственники в Москве, которые могут или привезти, или с передержкой до весны. Потому что все-все цветочки хорошие. Большой выбор. Вывалился из горшочка. Сейчас мы его обратно. Корневая, смотрите, какая хорошая. Вот так вот, чтобы чуть-чуть. Я и его заберут, всех заберут. Потому что они хорошенькие. Вот так вот, малыш, стой. Сейчас я его поверну. Вот так облокотиться на другие и нормально. Вот здесь. Ой, какой горшочек прикольный. Слушайте, я такие впервые вижу.
показать. Прикольные горшки. Надеюсь, видно. Вот такой цветочек. GMP молодцы. Всегда у них вот акции, уценки, на уценки, да? Помните, во время карантина какая акция была огромная? Вот я специально ходила в прошлом видео показывала Ашан, Оби, Икею, какие уценки стоят в Оби, за какую цену, и в Ашане. Ой, тут тоже выпал. Главное, чтобы не упал, его не раздавили. Лопухи, листья лопухи. Сейчас покажу вам. Вон, смотрите. Прям стволик выпирает. Ну, как бы есть выбор. Но за 50 рублей в таком состоянии, ну, не купить. Ну, я, по крайней мере, не встречала. Но смотрите, я сегодня выложу видео, сегодня у нас суббота, а акция будет. Если вы, допустим, завтра в воскресенье придете, то они будут по 160 рублей. Но если вы придете в понедельник, 9 числа, то они будут по 50 рублей. Слушайте, я один возьму, мне нравится горшок. У меня таких горшков просто нету. Ни разу я не видела даже. Один возьмем. Будем его любить или лелеять. Так, сейчас я на пол поставлю. Вот Сэм, Канзас-Сити. Я просто не хочу доставать. Вот поверху достану. Смотрите, какой. Наверное, это был синий. Видите, у него цветонос синий. Но он в хорошем состоянии. Потом будет или розовый, или белый. Но смотрите, какой. Огромные лопухи листья. Значит, крупные цветочки были. Вот, Бухарест. Но я не хочу, друзья, доставать, тревожить просто. Если вижу название, то... О, много вот этих вот новинок. HS, видите? Это получается... Новинка, какой-то новый окрас, новый сорт. Здесь освещение такое, ну, специально для цветов, и плохая съемка. Ну, камера не передает. Вот еще такой. Ну-ка. Я еще возьму.
Ну, нет, горшочек. Может, они даже одинаковые, скорее всего, даже одинаковые, потому что форма листочков одинаковая. Ну, ничего страшного. Я как бы... И повторки, ничего страшного. Ой. Вон даже листочек растет. Сейчас. О, знаете, какие листья огромные? Вот там вот листочек. Еще один Сэм. Сэм очень красивый. Очень много цветов. По 50 рублей. Адрес будет под этим видео. Ну, если что, можете набрать в Гугле. GMP Красная Сосна, и он вам выдаст адрес. Там от метро, получается, чуть-чуть недалеко. Я просто, знаете что, это даже не реклама. Я просто хочу, чтобы у этих цветочков были свои любящие хозяева. Чтобы они выжили. Это самое главное. Он какой-то из точки роста, но он даст прикорневую детку. Названия нету. Ну, хорошие корешочки, сухенькие. Была бы своя теплица, я бы всех забрала. А я? И ты. Мы бы с тобой жили в теплице, да? О, смотрите, я не видела. А вот девяточки есть, горшочки. Девяточки. Ну, в девяточках очень часто бывают мультифлоры. С такими хорошими листиками. Да, я подержу. Ой, спасибо за помощь. Вот здесь вот он как бы сизый. А у дома она была, пока не было. Да, спасибо. Листочек растет. Ну-ка, а по корневой? Так, ну есть какая? Гнилые корешочки, есть и здоровые. Вот так вот. Поливай тут. Да. Ну, Ашаню. В Ашане вообще, ты помнишь, что мы видели с тобой? Ой, вот теперь мне тяжело поднять самый верх. Вот еще девяточка. Вот. Вот. Ух. Вот девяточка, горшочек. Большие достаточно листья для девятки. Вот девяточки. Ну, у них огромные листья для девятки. Я сейчас себе парочку возьму. Вот тоже девяточки. Что-то я сразу не увидела. Смотрите, какой вывалился. Он. Но у него вот такой вот стволик. Узенький, листочек к листочку. И корешочки, видите, растут от стволика. Такой сорт мультифлора, два цветоноса. Я слепая, у него вот тут написано, но размазано. У меня такое ощущение, что это желтый. Вот у меня желтый есть, и он тоже так вот. Не помню название. От стволика растет много корней. Ну или, допустим, сейчас посмотрим. Вот девяточка тоже. В хорошем состоянии.
Я себе сейчас чуть-чуть возьму, наверное, штучек 5. Хочу в квадратных горшках. Не в квадратных, а в таких вот. Кубиков. Кубиков. Как вот этот горшок называется? А я не знаю. Ну куда он был же здесь? Куда он делся? Не знаю. Ну ладно. Кубик? Я нашел кубик. Покажи. Да, да. Ну-ка покажи. Поищи еще чуть-чуть. Вот смотрите, какая корневая. Но горшочек узенький. Но девятка, но узенький. И вот он. Вот там даже листочек еще растет один. Блестящий. Молоденький. Вот еще один, да? И листочек, смотрите, какой. Подожди вот так. Смотрите, какой хороший листочек растет. Вот, поставь их. Вот, еще один найдем и все. Может, еще один найдем? Ну, поищи. Я сюда поставлю. Ну, как бы вот так, друзья. 9 ноября нашел? Отлично. Нет, давай один бери, нам зачем много. 9 ноября в понедельник вот начнется вот эта акция. А ты бери какой хуже. Мне хочется это растить. Давай вот этот, вот у него листочки ободраны, мне его жалко. О, у него зато растет листочек. Малышочек. А вот это большой, его тоже встречает. Нет, сына, мы только 5 возьмем. 5 возьмем. А это дай. Вот, у всех растут листочки. Осень. Дело тонкое. На этом все, друзья. Будем заканчивать. Значит, 500, 1000. 1500. Думаю, всем хватит. Я бы всем купила. Но у меня однокомнатная квартира. Я не могу, да? Угу. Матвея, может, выселим? Нет, нельзя, он убежал. Я шучу. Все, друзья, на этом все. Буду с вами прощаться. Люблю вас. Спасите их, пожалуйста, я вас очень прошу. Если у кого-то есть возможность спасти, пожалуйста, спасите. У кого есть место, может быть, родственникам своим, друзьям. Все. Пока-пока. Говори пока. Пока-пока.